Ребята, всем привет! Вы на канале Стикер Шоу. Сегодня я хочу... Подожди, а сделай радугу из Скитлз. Какую радугу? Простую, когда Скитлз заливаешь водой, получается красивая радуга. А, вот ты про какую радугу, Харитон. Хорошо, давай попробуем, мне, кстати, тоже интересно. Итак, я взял 3 упаковки Скитлз. Ты думаешь, этого хватит? А сколько нужно? Примерно 4 упаковочки. Ну, это минимум. Харитон, на первый раз и 3 хватит. Ну, давай хоть 3,5. Сам знаешь, надо попробовать, прежде чем делать. Харитоша, все, потом. Ну, как знаешь. Понадобится обычная тарелочка. Так. Шприц на 50 кубов. Так. Ого! Ты что, слону уколы собрался делать? Нет, это для тех, кто ест много сладкого. Да, я же... Ой, мне надо срочно уйти. Харитоша, не бойся. Я и не боюсь. Точно укол не для меня? Не бойся, не для тебя. И стаканчик с водой. Вот, пожалуй, и все. Так, открываю первую упаковку и высыпаю Скитлз. Теперь высыпаем из второй. И осталось последнее. Какие же они вкусные! Морковку не так люблю, как Скитлз. Съел бы все за раз и не лопнул. Ух, аж в животе заурчало чего-то. Не перестаю ими любоваться. Опля! Оп! Йоху! Слушай, покатай меня, а? Давай, покатаю. Во-во, классно! Круто! Сидеть в чашке со Скитлз. Слава, а ты болел Скитлз-трянкой? В детстве болел. Харитон, давай начнем делать красоту? Я уже готов. Харитоша, смотри, у нас нет дрожжей синего цвета. Точно, синих я не вижу. Значит, будем делать без синих. Ну и ладно. Харитон, я пойду открою. Конечно, иди открой. А я пока попробую. Так, опа. Вкусные. Так, еще чуть-чуть. Вкуснятина. Это ж надо, кто-то придумал такой вкус. Ребята, вы здесь? Только не пишите, что я съел немного дрожжей. А то он будет ругаться. Хорошо? Ага, а вот ты смотрю. И ты уже подтянулись к клавиатуре, чтобы написать. Да? Не надо. Я же совсем чуть-чуть. Я только попробовал. Так, ну что, продолжим? Кто там приходил? Доставщик пиццы. О, пицца, я с тобой играю. Так, беру Скитлз, тарелочку. Харитон, ты где? Я начинаю. Здесь, иду. Беру немного дрожжей, так, и еще чуть-чуть. Сейчас необходимо разместить дрожжей по краю, той последовательности, как они идут в радуге. А я не помню последовательность. Нам поможет мнемоническая фраза. Эта фраза используется для запоминания цветов. Вот смотри, первым идет красный цвет, красные дрожжи. Идет слово «каждый». Дальше идут оранжевые, идет слово «охотник». Теперь идут желтые, идет слово «желает». Теперь зеленые, «знать». Дальше голубой, «где». Так, давай я уберу лишнее. Да, убери, это мешает. Итак, синего у нас нет, это сидит. Поэтому дальше сделаем фиолетовый цвет. Фазан. Итого у нас получилось, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Интересненько, надо запомнить. Вот, запомни, будешь знать. Так, беру водичку, наполняю ею шприц и выливаю в центр тарелки. Так. Все, и теперь остается смотреть, какая красота появится. Так, давай ускорим процесс. Давай. Вот и появилась радуга. Какая она красивая. Это просто лепота. Ребята, как вам понравилось? Ой. Ты чего, заболел? Да горло чего-то пересохло. У тебя есть трубочка для коктейлей? В баре возьми. Надо горло смочить. Ах, так вот для чего тебе трубочка была нужна. Ну не выливай.
жевать же такую вкусняшку. Харитоша, ну что, продолжим? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Теперь другое дело. И голос зазвучал, как у оперного певца. Ну что, давай теперь поэкспериментируем с цветами. Ребята пусть посмотрят на эту красоту. Да и мы посмотрим тоже. Поехали. Подожди, я тут подумал, может, ну их эти эксперименты. Сейчас за чашечкой чая под Skittles душевно побеседуем, обсудим стратегию развития нашего канала. Харитоша, не надо думать только о себе. Я считаю, надо ребятам показать эту красоту. Ну хорошо, давай покажем. А ты весь Skittles будешь использовать? А что? Просто спрашиваю. Думаю, весь. А вот я бы на твоем месте оставил половину себе. Да я куплю тебе сегодня пачку, не переживай ты. Большую? Большую-пребольшую. И M&M's тоже купишь? Харитон, посмотрю на твое поведение. Ура, ребята! Мы начинаем! Приятного вам просмотра! Ой, как красиво! Так, где моя трубочка? Что, опять в горле пересохло? Нет. Хочу выпить, чтобы больше не пересыхало. Ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста. Кстати, рядом с кнопкой подписаться есть колокольчик. Вы не забыли на него нажать? Ну вот и все, что осталось, Харитон. Слушай, кажется, у тебя телефон звенит. Нет, дружище, ты меня не проведешь, даже не мечтай. Этот Skittles я сейчас залью водой. А может, не надо? Ну ладно, хорошо, давай заливай, посмотрим. Так, снова раскладываю дрожжи. Давай заливай. Заливаю. Ребята, у нас на этом все, пока. Да, и не забывайте присылать рисунки Харитона мне в ВК. Лучшие из них я размещу в видео. Пока-пока.